Привет, друзья! Вы смотрите Банальное ТВ, с вами Турбо. И сегодня мы с вами поговорим о моем компьютере, о моей серебряной кнопке, которую я вам уже давно обещал все это дело показать, но никак не показал. Не знаю почему, потому что я был ленив. Хотя почему был, я и есть ленив. В общем, ребятки, но перед тем, как мы перейдем к обзору всего этого дела, я вам хочу рассказать об одном офигенном конкурсе от моих друзей компании King.com, которые мне как раз таки и помогли собирать компьютер. Они проводят розыгрыш, ребята, с офигенными просто призами. Там вы можете выиграть компьютер, апгрейд компьютера на 20 тысяч, видеокарту, там еще много прикольных крутых призов. Поэтому в описании будет ссылочка на этот розыгрыш. Там вы сможете прочитать, какие условия и так далее. Поэтому, ребята, залетайте. Я сам участвую, потому что сам хочу выиграть уже второй компьютер, как бы. Почему бы и нет? Вот, два компьютера это как бы всегда лучше, чем один. В общем, давайте потихонечку переходить к обзорам. Если что, я их снимал на телефон, поэтому там не супер крутое качество. Но, как говорится, чем богато, тем и рад. Но, ребят, сначала я вам покажу подарочки от компании King.com, которые они мне прислали. Это клавиатура и мышь. В общем, давайте переходить. Да, ребятки, клавиатура, в общем, у нас Logitech G613. Просто огромное коробище, она просто гигантская. А мышечка у нас... Logitech G502. Итак, друзья, ну что ж, давайте приступать к распаковочке. Сразу извиняюсь за звук, потому что записываю с телефона. Никакой петлички у меня нет, записываю чисто через микрофон телефона. Поэтому пока как есть, потом в будущем, если вдруг буду делать какие-то такие распаковки, может, куплю себе какую-нибудь петличку или что-то типа того. Ну а сейчас давайте перейдем к самим девайсам. В общем, так, кошка в кадре, ну, ладно, пусть будет. В общем, смотрите, у нас есть мышка, у нас есть клавиатура. Посмотрите просто, насколько огромная клавиатура. В принципе, я вам уже показывал. Мышка Logitech G502, клавиатура G613. Давайте мы, наверное, начнем сначала с мышки. Клавиатуру немножечко отложим сюда. Итак, мышка. Давайте откроем мышку. Ребят, блин, распаковочки это всегда очень круто и очень интересно. Надеюсь, что вам такой контент зайдет и вы влепите лайк под этим видео. Открываем. Сейчас посмотрим, как она выглядит внутри. Ребята, делаю это все стоя, не супер удобно, но, как говорится, чем богаты, тем и рады. Кошка, кстати, уже легла на коробку от клавиатуры. Так, вот она, мышечка, ребята. Слушайте, если вы видели, какие у меня сейчас девайсы, я, наверное, покажу. И по сравнению с этими, конечно, это, блин, просто небо и земля. Ой, чуть не уронил. Ребята. Ё-моё. Это просто... Ребята, ну это кайф. Столько кнопок, я столько кнопок в своей жизни никогда не видел. Блин, офигеть. Не, это реально круто. Спасибо большое еще раз компании King.com за такой подгончик. Так, давайте мы все это уберем и перейдем к клавиатурке. Так, я сейчас... Так, давай, кошечка, въезжай в кадр. Так, клавиатура, секунду. Так, клавиатура. Вот ее, мне кажется, будет, конечно, посложнее открыть, потому что она капец огромная. Давайте я сделаю пока что вот так вот. Хопа. Блин, еще тяжелая. Так, вылезла малышка. Где ты у нас открываешься? Ага, понял. Берем вот так вот. И открываем. Вот она, ребята. Она, если что, беспроводная. В принципе, я, наверное, уже про это вам сказал. Кошка, ну это не твоя коробка. Ну ладно. Беспроводная клавиатура. Давайте-ка мы ее достанем. Киса, не мешай. Ну, она прям, ребят, прям тяжелая. Прям, блин, вот чувствуется ее вещь. Если сравнивать с моей, это, конечно, да. Ох, ребята, честно говоря, я давно хотел себе механику. Какой же это кайф. Блин, ребята, ну это реально кайфец. Так, ну что, сейчас я вам постараюсь показать именно свой компьютер, в сборке которого мне тоже помогла компания King.com. Так что, если что, обращайтесь к ним, говорите, что от меня, и вам сделают скидочку. Так, киса, тебе там нормально? Ладно, все, походу эта коробка теперь принадлежит кисе. Итак, ребята, вот сам компудактер, выглядит он так. Согласитесь, реально мощно, все светится, все ярко, вот здесь светится. Здесь улитка сидит. Ну, улитку я уже сам посадил. Просто посмотри, он немножко пыльный. Надо бы было бы протереть, конечно, пыль. Ну, ладно, я думаю, что это особо ни на что не повлияет. Киса, здорово. Понял. Так, ну, здесь кнопочка. Я давно вам хотел ее показать на видео, но так и не показал. Так, там сам компьютер. И, ребята, мои старые девайсы где-то. Мышка. Мышка, что за мышка? Defender Warhead GM. Короче, сами видите, и клавиатура, ребята. Вы просто посмотрите на эту клавиатуру.
Как же она хороша, какая же она грязная, ужас. Ну, наконец-то у меня, ребята, появились новые девайсы. Спасибо еще раз компании King Comp. Блин, реально лучше. Так, киса, ох, смотрите, какой кадр. Ну-ка. О, кстати, еще пультик хотел вам показать, киса как раз помогла. Можно, короче, там менять цвет, там подсветочку, моды всякие, все менять можно, там разные режимчики. Вообще реально круто. Киса, передай привет подписчикам. Привет подписчикам. Молодец, киса. Хотел вам показать еще одну кису, но я не знаю, где она, где-то спряталась. Да? Да спряталась твоя сестренка. В общем, как-то так, ребят. Ну и, ребята, все характеристики будут в описании, я не буду вам их перечислять, сами прочитайте, кому надо. Блин, вот там вот точно надо протереть, вот здесь вот. Да, киса, это ты, блин, своим носиком там все наделала, да-да-да. Что ж, друзья, вот таким получилось видео, таким получились мои обзорчики. Не забывайте, что у King Comp проходит конкурс, поэтому ссылочка будет в описании. Не забывайте подписываться на мой канал, если вы еще не подписаны, да, колокольчик тоже желательно поставить. Большие пальцы вверх тоже ставьте, комментарии пишите, тогда новое видео по чему-либо не заставит себя долго ждать.